Отже, ви стверджуєте, що ніхто, ані ЗМІ, ані чиновники, ані інші причетні люди не дали правильної версії з приводу того, що насправді відбувається з реагентом. Маю намір позбавити вас інформаційної монополії. Тож, яка версія із хлором від вас? Очень простая версия. У нас масса журналистов и блогеров в Фейсбуке высказались по этой теме. Я насчитал порядка 60 версий, ни одна из которых полностью не отображает. Вот Борис Альбертович сейчас максимально близко объяснил суть происходящего, когда водоканалы берут напрямую Днепр-Азота, получастная структура, непонятно кому принадлежащая. Есть только намеки, кому она принадлежит в средствах массовой информации, будет оказывать услуги по транспортировке. Кроме того, любая задача там, остановки Днепр-Азота, например, она имеет чисто управленческое решение. Ну, например, наша область была запасена хлором, потому что мы договорились о прямых поставках из Румынии. Да, есть определенные сложности, потому что у румынов есть квоты свободные, есть квоты не свободные. Есть сложности с транспортировкой, потому что существует определенное количество лицензий, которые подписываются на межправительственном уровне, но мы их достаточно быстро получили. И остальные нюансы, но при желании проблему можно решить любую. Поэтому истерика была очень большая, но... Понимаете, у нас, к сожалению, госуправление осталось во многих госструктурах на уровне такого советского колхоза, когда председатель колхоза встает, громко стучит кулаком по столу и с использованием ненормативной лексики требует от подчиненных, чтобы проблема была решена, хотя он должен хотя бы объяснить, как ее решать. А если общаться спокойно, садиться за стол переговоров и находить компромиссы, то все можно решить. Поэтому в этой истории мы видели много эмоций. В конечном итоге она закончилась тем, чем закончилась. Днепр-Азот запустился. Но я думаю, что нужно будет посмотреть статистику. А сколько Днепр-Азот отгрузит за первые две недели, чтобы не получилось так, что все водоканалы уже эту проблему решили. Ну, то есть румынский хлор таки к нам доедет? Да, конечно, обязательно. Мы отвечаем за область. Наша задача была бесперебойное водоснабжение в области. А тем коллегам из других областей, которые к нам обращались, мы были на связи с министром регионального развития Геннадием Зубко. Мы всем в помощи не отказывали. Более того, у нас не было такого подхода у губернатора, когда нужно громко орать на всех и требовать, а ну идите там быстро разберитесь. А нет, у нас было несколько совещаний, на которых звучали вопросы, какие могут быть версии, кто является поставщиком хлора в ближайшей доступности, кто из стран, у которых есть общая граница с Украиной, этот хлор может отгрузить, отправьте запросы, созвонитесь, выясните, созвонитесь с профильным министром транспорта и инфраструктуры, получите лицензии и постройте всю цепочку. Поэтому мы по области были застрахованы от остановки Днепр-Азота, хотя если сейчас абстрагироваться, то все той шумихи, которая этому сопутствовала, на самом деле Днепр-Азот это предприятие, на котором работают люди. Эти люди получают зарплату, зарплаты попадают в местные бюджеты, в том числе в того же Каменского, и областной бюджет, налог на доходы физических лиц, как одни из основных источников наполнения региональных бюджетов местных. Да? А второе, эти люди кормят свои семьи. Поэтому здесь, помимо поставок азота, был еще вопрос о том, что предприятия должны работать и должны создаваться нормальные условия, когда прозрачная форма собственности, когда прозрачные отношения, когда есть АМКУ, который ведет себя нормально. Да? И тогда все складывается нормально.